Bum 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 la 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 bum la 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 bum la 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 bum ой кто мы голая люла. Всем доброе утречко. Мы на канале Тимвитыч и Маша. Дети, доброе утро. С праздничком вас. А куда это вы уже уселись? К подарочкам. Так, ищем лозынку, да? Святой Николай обязательно должен был принести лозынку, потому что кто-то иногда вредничал. Нет, никто не вредничал. Так, ищем, что кому принес. Так, там родительские сапожки стоят. Ух ты, что это? Фломастеры, краски, карандаши. Это целый набор. Это целый набор, да? Здесь фломастеры, краски, карандашики и восковые карандашики. Ну, это вы творчеством будете заниматься. Молодцы! Маш, что ты здесь выгружаешь? А Маша сладости выгружает. Сколько у Маши сладостей? И у тебя коробка? Маша, у тебя коробка. Давай посмотрим. Давай. Я тоже сам. Вот, и у Маши вот так вот открывается, разлаживается. Только в розовом цвете все. Класс! Ребята, теперь вы Деду Морозу письмо такое нарисуете, да? Так, дальше разбираем. Маша здесь уже начала всякие эти шоколадки разбирать. Что это, Маша? Лол! Тима, а у тебя? Бейблейд. Бейблейд, ничего себе! Только один. А, надо будет еще как-то у Деда Мороза Маша заказать. А мы же должны турниры всякие устраивать с Бейблейдом, да? Давай посмотрим, что это. Говоря, мы это разберем, да? Уже придем со школы из сада и будем все подарки распаковывать. Что еще там? О, конфетки, малышки. Как у медведя Барерси. У него что, тоже такие? Да. Пингвинчик такой. Свои конфеты достает. ММДМС целый набор. Маша, ну ты ММДМСы любишь. Разукрашка. Разукрашка с Эльзой. А ну давай посмотрим. Супер бонус. Короче, здесь 3D игрушка. Можно собрать самому 3D игрушку. Тима, а у тебя что? У меня разукрашка. Нет, это не разукрашка. Индейцы Америки. Это книжка про индейцев Америки. Будем с тобой в вигвам играть. Какая-то запись. Подожди, запись? Это послание. Прочитать вам? Да. Дорогие Тима и Маша, я приготовила вам еще подарки. Попробуйте их найти. Ищите возле героини, которая подружилась с семью гномами. Так, думайте. Это кто? Что за героиня? Маш, что за героиня, которая подружилась с семью гномами? Думайте. Да, это Белоснежка. А где может быть Белоснежка? Маша на день рождения дарили Белоснежку. Маша на день рождения дарили Белоснежку. Значит, где она должна быть? В Машиной комнате. С Белоснежкой, смотрите. Вот еще. Так, а что же это такое? Пинки в облаках, раскраска по номерам. Веселый пират, раскраски по номерам. Еще какое-то послание. Так, это целый квест Святой Николай нам придумал. Следующие подарки под подушкой с морозными узорами. Где это? Это у нас. Бежим. Включайте свет. Вот еще одна. Что это, Маша? Маша, что у тебя? Что это послание? Так подожди, а подарок какой? Лол! Что? На котором светят фонарики, и он прыгает, кузнечик. Кузнечик? Кузнечик на солнечной батарее. Ничего себе, что на него светишь, он будет прыгать. Да. Супер. Еще послание. Угу. Следующее... В ящике, где обуется даже сороконожка. Где может обуться даже сороконожка? Вот там вот.
Где? Давай, Маша, беги за Тимой. Где может обуться сороконожка? Свет включи. Целая куча, что это такое? Держите. Это что? Это адвент-календари. Сколько их здесь? Целая куча. Еще миллионы. Да. Ого. И вот что. И вот еще олень. Вот это Святой Николай квест придумал. Слушай, ну столько адвент-календарей. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть календарей? Да. Ребята, календарей столько много, а шесть штук. Может, мы пару календарей разыграем между нашими подписчиками? Сегодня такой праздник Святого Николая. Да. А что для этого надо сделать? Поставить лайк. Подписаться на канал. 9000. И поставить колокольчик и поделиться этим видео в других соцсетях, в разных, да? Да. И в следующем видео мы разыграем два любых адвент-календаря. Да. Лайк и подписывайтесь на канал. И Маша. Пока-пока. С праздником, ребята!